Добро пожаловать назад на трассу Смоленское кольцо, арену второго этапа G-Drive российской серии кольцевых гонок, СМП, РСКГ Туринг. И финальный аккорд сегодняшней программы – это заезд класса SMP History Cup. Пожалуй, самый медленный, но на мой вкус самые красивые машины сегодняшнего гоночного дня – «Жигули», «Ижи», «Москвичи», гонщики-ветераны, молодые пилоты. И снова не только парни, но и девушка Анастасия Пухлякова. И да, мы знаем, что, может быть, в этих гонках не такая плотная борьба, как, скажем, в туринге, или тем более в спорт-прототип CN, но настоящее наслаждение смотреть, как эти автомобили возвращаются на гоночные трассы российского чемпионата. Вновь, если вы еще не запомнили расписание нашего чемпионата, второй этап здесь, в Смоленске. Следующая остановка в июне на трассе Казани-Рин-Каньон. Но это именно то, что касается спринтерских заездов G-Drive SMP RSKG Touring. SMP RSKG Endurance уже через неделю, в субботу, в следующую, на трассе Егора Драйв, день рождения Санкт-Петербурга. Не пропустите, будет очень интересно. 4-часовой Endurance, очень много быстрых машин и очень много тех же ребят, которых мы видим сегодня здесь на трассе Смоленское кольцо. Напряженный гоночный май у наших гонщиков. Ну и напряженные следующие 15 кругов будут в SMP History Cup. Здесь гонка немножечко короче, чем в классе спорт прототип CN или уж тем более в туринге Super Production, где было 18 кругов. Но все-таки больше, чем было в прошлом году, когда совсем коротенькие гонки были у исторических машин, сравнимые с гонками юниоров. У нас есть 2000 плюс и Жигули 1600, две подкатегории. Объединили мощные Жигули и москвичи в одну категорию 2000 плюс. И Жигули базы подготовки — это класс SMP History Cup Жигули 1600. Напомню, что в советские времена были классы, тоже было два класса всегда, 1300-1600, но вот здесь у нас сейчас больше и больше вольности. Сейчас, конечно, моторы выдают больше лошадиных сил, чем это было в те стародавние времена. Тогда и 120-130 сил считалось очень хорошим чемпионским мотором, сегодня у нас 150 сил, хорошая машина в категории 1600, двухлитровая машина Черевания, условно двухлитровая, да, я имею в виду 2000+, это около 200 сил. Плюс шины, конечно же, полуслик Yokohama 2.0.48, плюс сотый бензин G-Drive. Ничего этого в Советском Союзе не было. Обычный бензин, обычные шины, ниш какой-нибудь. Естественно, технологии не стоят на месте. Эти машины тоже стали гораздо быстрее. Ветераны автоспорта всегда смеются, что была бы у них тогда такая техника. Никто бы в чемпионате СССР или Кубке Дружбы соцстран вызов бы им не смог бросить. Птичка на ваших экранах. Здесь действительно очень близко природа, лес, нет больших городов вокруг. Даже Смоленск — это всего 200 тысяч до него, именно жителей. До него 100 километров. Вокруг у нас небольшие города. Вязьма, Дорогобуж — это там меньше 15 тысяч. Сам Верхнепровский. 2000 жителей. Рядом Днепр. Прекрасная рыбалка. Прекрасная погода. Здесь действительно очень здорово. Многие болельщики приезжают с палатками, живут здесь, рыбачат. Сам я, честно говоря, с трудом устоял от соблазна взять с собой сабборд и поплавать по Днепру, который находится здесь, совсем рядом с трассой. Поэтому многие пилоты не могут отказать себе в удовольствии приехать сюда, даже, например, вот как Артем Фридман, который сказал, а почему мне не поехать бы в «Жигулях», если у меня есть «Жигули», если я начинал на «Жигулях», Череван же ездит два класса, вот и я хочу поехать. Или, скажем, как Алексей Савин в гонке «Спорт», прототип C. Нет здесь класса «Туринг Лайт», поедем туда на «Легенде 600». 12 машин у нас на старте, постепенно растет число участников. Мы видели, около 15 машин было на Moscow Raceway, тоже около 10 машин было на Егоре Драйв, но глобально обычно было меньше, так что класс расчет развивается. Это очень здорово, участвует много пилотов, но первый пока Череван, именно с ним пообщается Михаил Коновалов. Со мной владелец огромной коллекции шляп, Володя. Все интересуются, когда ты откроешь шляпный магазин уже. Да, я даже с собой вожу шляпу. Сейчас вот я на финиш приеду, а то как-то после квалификации нехорошо получилось за шляпой далеко бежать. Что это такая за болезнь шляпная у тебя, скажи? Родилась от лени, от простой лени. Да. Лень голову мыть, шляпа накрыла, и все. И каждый раз приходится новую покупать, потому что ты забываешь дома, да? Настроение, это же как не знаю, там, ну, как это аксессуар. Это же под настроение должен быть. Вот кто трубку курит, у него же не одна трубка, у него несколько трубок там. Не, Володь, представляешь, как насколько народу нравится вот эта твоя традиция, что народ интересуется. Там, какая шляпа Володи в этот раз? Белая, по погоде сейчас, чтобы не получить солнцем в голову удар.
Ну ладно, теперь серьезно, Володь. Следующий этап у нас будет эндуранс в Питере. Ты поедешь его? Я сильно не люблю, вообще не люблю машину с кем-то делить. Один бы поехал эндуранс, но боюсь, что бензина не хватит. Долго ездить. Во-первых, до Питера надо доехать, потом в Питере еще. А, нет, длинные гонки мы в этом сезоне пока берем на паузу. У нас были успешные примеры. Мы с Родионом Шишаковым, с Алексеем Басом побеждали. И с Алексеем Дедукалой, и с Андреем Масликом мы тоже побеждали на длинных гонках. Можно. В хорошей компании можно и победить. Но нужно компанию собрать хорошую. И машину хорошую тоже хоть надо собрать. Машину, да, чтобы хотя бы не заглохло все. Ну, растолкаем, если что, когда много народу. Ну, растолкаем, конечно, все сделаем. Мы сейчас пока про спринт все. Быстренько проехал и этот чай пить. Ну, ладно. Это был Владимир Черевань. Пожелаем ему успеха в гонке. Коллеги. Спасибо большое, Владимир Червань. Спасибо большое, Михаил Коновалов. Я рассказывал вам во время квалификации этого класса, что Михаил Коновалов сам у нас в прошлом советский автогонщик, но не был он, меня поправил, не был чемпионом, участником сборной СССР по картингу и ездил не на Эстонии 19, а на Эстонии 21. Но вот что правда, то правда, выступал на этапе чемпионата Европы по трек-рейсингу здесь, на Смоленском кольце, на Пабагире, чешском автомобили на базе фрейдлайнера. Много у нас здесь очень опытных пилотов, которые выступали в советские времена, и которые выступали в 90-е годы, которые ездили. Например, Андрей Артюшин еще недавно выступал в 16-м году в классе Super Production на Хонде. Ну, а, скажем, я помню его в 90-е годы на автомобиле Ford Mondeo класса Super Touring команды Mobile 1. Тогда сражался он с лукойловскими гонщиками на Honda Accord. Супер техника под 400 сил перед непривычно, очень сложные, очень дорогие автомобили. Настоящие космические корабли были. Конечно, сейчас «Жигули» Артюшина немножечко медленнее, но в прошлом году Артюшин здесь выигрывал, был у него кубок победный, и во время прогулки зрителей по питлейну именно машина Артюшина была одним из главных хитов, с которой больше всего пилотов фотографировалось. 12 машин на старте, как я уже вам говорил, примерно поровну здесь у нас участников 2000+, и «Жигули» 1600. 6 машин, собственно, одного класса и 6 другого, ровно поровну. Но при этом отмечу, да, что если в классе «Жигули» 1600, понятно, все машины «Жигули», то в классе двухлитровом плюс у нас есть и «Москвичи», и «Ижи». Мы видим очень красивый зеленый 77-й 412-й «Москвич», плюс такой редкий решетка радиатора Владислава Донца. В прошлом году он пал жертвой столкновения с Дмитрием Королевым на трассе Moscow Race. Оказалось, что машинка уничтожена, но, к счастью, восстановили. И вот она вновь на стартовой решетке демонстрирует отличную скорость. Конечно же, совершенно потрясающий иш-пикап у нас также есть на старте. Он порадовал нас очень хорошей скоростью на трассе Moscow Race. Вообще, москвичи на Moscow Race смотрелись здорово. Но надо сказать, что все равно здесь у нас Владислав Шевель на этом иже не оказался самым быстрым москвичом. Самым быстрым у нас Дмитрий Козлов, номер 800. Именно его москвич 2140 у нас стоит на четвертой позиции. Это на самом деле лучший представитель москвичей, но в классе 2000+ все-таки уступил Владимиру Череваню, «Жигули» которого в своей абсолютной лиге живут. Там 4 секунды без малого Владимир всем привез. Честно говоря, я не понимаю, кто-то может бросить ему вызов. Очень быструю машину он построил. И в прошлом году доминировал, и в этом году уже выигрывал гонки. Три недели назад, здесь он был на классик туринге, чемпионате Игоря Семеновича Ташаева и Михаила Михайловича Девеля, который, в общем, тоже готовит нам кадры в СМП History Cup, и много там выступает ветеранов. Далеко не все ветераны хотят участвовать в таких официальных соревнованиях, потому что все-таки есть и жесткий регламент, моношина, и определенные расписания. Любительские соревнования, они такие всегда более расслаблены, что называется, по атмосфере. Многие так все-таки гонки для людей — это отдых, это приятное времяпрепровождение. Они немножечко так вот не хотят излишней официальности, которая есть, безусловно, в серии такого высокого уровня, как G-Drive SMP RSKG. Ну что ж, начинается прогревочный круг у нас заезда. Вы видели, что одной машины у нас, к сожалению, на стартовой решетке не было. Технически проблемы там возникли у кого-то из пилотов. Мне кажется, что на самом деле нет. Артем Фридман просто он будет стартовать последний, потому что его вот под 89-м номером желто-белая единичка должна была стартовать с третьего ряда стартов, более с пятого места, а уйдет в бой последний. Ну что ж, Фридман был быстр, в квалификации, в тренировках придется прорываться. Пробегусь я по стартовой решетке. Владимир Черевань и Игорь Шунайлов у нас на первом ряду стартового поля.
Череваль у нас представляет категорию Historic Cup 2000+, Шунайлов Жигули 1600. На втором ряду стартового поля Андрей Козлов, также с категории 1600, и Дмитрий Козлов из категории 2000. На третьем ряду должен был быть Артем Фридман из категории 1600 и Владислав Шевель из категории 2000, но Фридмана мы там не увидим. За Шевелем седьмое место у Владислава Донсайна, москвича в категории 2000, и далее Иван Тараканов в категории 1600. Анастасия Пухлякова, единственная пилотесса на стартовой решетке этого заезда у нас на своей семерке класса 1600 на девятой позиции, и рядом с ней Глеб Семенов с категории 2000. Ну и последний ряд стартов в поле Денис Кириллов и Андрей Артюшин, опять-таки категории 1600 и 2000. Как видите, собственно, во многом решает не машина, даже не категория, вернее, а конкретный пилот и уровень подготовки конкретного автомобиля. Очень часто так бывает, что пилоты на машинах категории 1600 могут бороться с машинами категории 2000 и наоборот. Поэтому глобально, на самом деле, нужно просто смотреть на эту гонку, наслаждаться ей, наслаждаться красивыми машинами, борьбой разных марок, возвращением Ижа и Москвича на наши трассы. В прошлом году для СМП РСКГ дебют был, собственно, у Ижа и у Москвича, как у марок в нашем кольце. И видите, прошел год, и Москвич вернулся уже и на дорогу общего пользования, да, вновь на Волгоградском проспекте в Москве выпускаются автомобили под этим брендом. Пускай пока это и перелицованные китайские кроссоверы, но все равно приятно, что исторический бренд вернулся после 20-летнего забвения, почти четверть века не было с нами москвичей. Ну а Ижевский завод живет, и там, собственно, до недавнего времени выпускались Лады Весты, поэтому, скажем, те машины, которые мы раньше видели как Leading Car, как Safety Car, это были машины с завода Лады Ижевск. Так что завод тоже живет, пускай и бренд Иж исчез. Хотя, скажем, Оды выступали в классе супертуризма еще в 21 веке. В этом смысле история ижевского автоспорта, она чуть дольше прожила в российском кольце, чем история московского завода. Все-таки 21-41 совсем была неподходящая машина и для гонок. Но 412 всегда были хороши и в ралли марафонов, и в кольце. И сегодня мы вновь видим подтверждение этому правилу, что москвич все еще может на равных сражаться с «Жигулями». Классическое противостояние советского кольца вновь на экранах всей страны. 10 секунд до старта, зеленый флаг в воздухе. Последние 5 секунд отсчитают красные сигналы светофора. 3, 2, 1. Поехали! Мы начинаем гонку первого этапа СМП Historic Cup здесь, в Смоленском кольце. Вновь небольшие проблемы у Владимира Череваня. Слишком много мощности у его ракеты на первой передаче. Почти съел его Шунайлов, но далее Черевань перешел на вторую и сказал всем до свидания. Небольшая толкотня здесь в первом повороте. Контакт здесь был у Козлова с Шунайловым, но смог пройти вперед здесь Андрей. Как мне кажется, Шунайлов там потерял несколько позиций. Да, проваливается его «Жигуленок». Сразу несколько пилотов обходит. Два москвича уже впереди. И москвич, и Иж. И на торможении здесь еще один соперник атакует Шунайлова. Да, какие-то прям проблемы здесь, честно говоря, у Игоря в первых двух поворотах этой гонки. Мне кажется, технического свойства, потому что, ну, не может быть. Просто прям один с другим проходит. Фридман очень много мест отыграл. 4 «Жигули» в ряд, ребята, не столкнитесь. Но есть контакт. И Артема разворачивает здесь Андрей Артюшин. Вот так вот. Артем Фридман так бодро начал, так хорошо прорывался. Вроде бы все сделал правильно. Но вот когда они вчетвером подъезжали к этому повороту, ну, друзья, так не бывает. Да, «Жигули» очень компактные машины. Да, понятно, что это не современный даже Volkswagen Polo. Я уж не говорю про машины категории Super Production или Touring. Но все-таки вчетвером в третий поворот нереально. И в итоге развернул Артюшин Фридмана. Фридман подотстал заметно сильно. У него был хороший темп. Я думаю, он догонит ребят. 15 кругов — это много. Позиции, конечно, он отыграет немало. Но в борьбе за победу не уверен, может ли идти речь. Для Фридмана гонка будет весьма-весьма непростой. Она вообще боевая уже. Посмотрите, здесь по внешнему был Шунайлов. Там еще была оранжевая «Жигули» под 26-м номером. Это машина Ивана Тараканова. И вот, собственно, вдвоем также еще заходили внутри в поворот Артюшин и Фридман. И в итоге Артюшин Фридмана развернул. У Артема был контакт на тренировках здесь с Анастасией Пухляковой. Но та просто машина Насти заглохла. И Артем сзади к ней подъехал, но обошлось без пробитого радиатора. Просто косметический ремонт. Именно поэтому наклейку мы видели на его автомобиле. Череваль верно лидирует. Козлов второй. Но на хвосте у его «Жигулей» «Москвич». Его однофамильца Дмитрия Козлова. Да, машина «Москвич» — машина старшей категории 2000+. По идее, «Москвич» должен легко расправиться с машиной
Андрея Козлова. Но мы помним, что Козлов в прошлом году выиграл почти все гонки в своей подкатегории и зачастую лишь Черевань уступал в темпе. Явно совершенно прекрасная пара – это «семерка» и московский гонщик команды «Чуво Иго». Поэтому не так-то просто будет в одну фамилию справиться. А позади потрясающий гоночный пикап Владислава Шевеля. Впрочем, не получается у него поддерживать темп своего соперника по категории 2000. И сзади его прессингует Иван Тараканов. Несмотря на то, что его пятерка младше категории 1600, темп у него отличный. И ему надо убегать, потому что на хвосте у него Игорь Шунайлов. Пилот его категории. Поэтому, если он пустит соперника вперед, это будет потеря второго места на подиуме. Ну и, конечно же, если он хочет бороться за победу, нужно как можно скорее проходить Иж и бросаться в погоню за парой Козловых, потому что Андрей – это как раз представитель категории «Жигули 1600». Черевой на первом круге привез 7.1.3, и мы видим, что он уезжает просто в точку. А что касается у нас Дмитрия Козлова, то он не может поддерживать темп Андрея. То, о чем я говорил, происходит. Небольшая ошибочка. И посмотрите, Шунайлов здесь проходит соперника вперед. Какой-то очень неудачный был первый круг. Я бы сказал, даже путь от первого поворота ко второму для 74-го «Жигуленка». Но потом машина ожила. И сейчас вновь мы видим тот темп, который мы видели в исполнении Игоря Шунайлова в квалификации. Да, он проиграл очень много Череванин, тому же Козлов он 3 десятки привез. Это имеет Андрей. Дмитрий он привез вообще 6 десятых. Так что темп у него был очень-очень хороший. И ждем мы от него продолжения этого прорыва. Вот уже здесь сейчас атакует он Иж пикап и оставляет его позади. Сможет ли то же самое сделать Тараканов? Да, посмотрите, вот так вот в одном повороте Иж пропустил сразу 2 вазовские классики вперед. Что касается Дмитрия Козлова, то он Андрея все-таки не отпускает. Там между ними 0,7 секунды. Ну а Черевань выдал суперкруг. 5 секунд уже между ним и Козловым. И на одном круге он снял там 3,7. Черевань в своей лиге. Эта машина идет на некоторых трассах в темпе туринглайда. Это о чем мы говорим. Не знаю, построили ли вот еще такие машины столь же быстрые. Что с Артема Фридмана, догнал своего обидчика и оставляет позади Андрея Артюшина. Андрея Артюшина, благодаря которому мы видим все эти Honda Civic 7-го поколения, простите, на наших трассах. В свое время он организовал кубок Honda Civic, в котором участвовали очень быстрые пилоты. И Алексей Дадуканов в том числе выигрывал. Затем многие эти машины перешли в класс Super Production, получили турбины. И вот до сих пор привозят на подиум гонщик. Николай Виханский сегодня поднимался на вторую ступень пьедестала почета. Ну и сам Андрей Артюшин не вешает шлем на гвоздь, продолжает выступать. Очень быстрый, талантливый пилот, многоопытный подводник в прошлом. Не знаю, будет ли у нас в этом сезоне гонки на День военно-морского флота. О, ошибочка здесь на горке. И пускает он вперед 13-й номер. Мы привыкли видеть по 13 номеров в классе SMP GT4 Russia Денис Ременяка. И говорят о том, что никто, кроме него, не ездит под этим номером. Но нет, Денис Кириллов вполне себе так же прекрасно себя чувствует на машине под этим номером. Но посмотрите, какая здесь контратака по внешнему. Главное попасть. Не попадает, я боюсь, или по самой грани сцепного, вот той дорожки, где есть накатанная колея, идет у нас Андрей Артюшин. Очень красивое сражение двух пилотов, но все это в пользу Артема Фридмана, который от них очень сильно отрывается. Фридман уже 8-й, ему 3,3 до Владислава Донца, и прошлый круг он прошел на 2 секунды быстрее. Так что за 2 круга должен Владислава догнать здесь Артем. Ну а сражение за его спиной продолжается. Смог пройти соперника, лучше вышел из последнего поворота здесь Артюшин. Его машина явно здесь побыстрее на прямых. Но отмечу я, что это нормально, потому что машина Дениса Кириллова это класс 1600, а Артюшин 2000+. Поэтому, скорее, может быть, за счет небольших помарок сопернику удается здесь Кириллову держаться рядом. Например, вот здесь мы видели немножечко поплыла там заднюю ось. Единички. И пятерка все еще рядом. Очень скажу так, разная есть философия подхода к аэродинамике в этих автомобилях. Некоторые стараются сделать машины более скромными, более похожими на те советские автомобили. Скажем, у Артема Фридмана такая машина, довольно простая юбка. А бывают пилоты, которые, наоборот, стараются максимально использовать регламент и сделать такую по-настоящему злую машину, боевую классику. Машина Дениса Кириллова как раз такая. Там очень сложный передний бампер с расширителями арок, с такими аэродинамическими каналами. Если вы собираетесь прийти на трассу «Смоленское кольцо» завтра, например, обязательно посмотрите на эту машину вблизи. Ну или когда мы видим крупные планы. Также это будет видно. Ну и также посмотрите на передний бампер машины Артюшина, какой он сложный здесь. И сплиттер, и небольшие каналы там для охлаждения тормозов. Очень интересная машина.
Очень красивая раскраска. Такая, если вы вдруг не знаете, это и есть классическая раскраска Лотуса 60-х годов, еще до появления спонсорских наклеек в Формуле-1. Вот именно в такой раскраске в свой второй титул брал Джим Кларк, и он и Грэм Хилл выигрывали Инди 500. Но это так у нас в борьбе двух козловых. Москвич против Жигулей, позднее торможение. Посмотрите, еще у них раскраска, да, одинаковая. Это на самом деле... похожие, я имею в виду, одни цвета, 12-я гамма, хотя несколько здесь разные решения. И все это в пользу Шунайлова. Шунайлов к ним подъезжает. Шунайлов к ним подъезжает, пока не сражаются между собой. То, о чем я вам говорил, здесь много поворотов бок о бок. И казалось бы, что Москвич уже вышел вперед. Но Андрей контратакует Дмитрия и выводит свои «Жигули» на второе место. Это на самом деле борьба представителей разных классов, потому что «Москвич» категория 2000. Но что здесь важно? Всего треть гонки позади, к ним сзади подъезжает Шунайлов. И вот Шунайлов-то той же категории 1600, что Андрей Козлов. Таким образом, сейчас, когда Андрей сражается с Дмитрием, он подпускает все ближе и ближе Шунайлова. А это будет борьба за победу в классе 1600. Что по-настоящему важно. Что касается борьбы позади, то там сражается Шевели Тараканов. Там также борьба у нас идет в двух разных категориях. И там, пожалуй, только если Фридман сможет совершить какое-то чудо и отыграть 5 секунд и догнать Тараканова, тогда действительно станет... интересно, потому что они представители одного класса. Хуже удались Змейки и Горка здесь москвичу. Несколько он подотстал от своего соперника на «Жигулях», и там сзади подъезжает Шунайлов. Шунайлова прошлый круг был лучший для него. Действительно, очень классное время. 1.49.0.43. Для сравнения, это на 8 десятых быстрее, чем время Козлова. Но Козлов был в борьбе, я имею в виду Андрея. Да, посмотрите, ну видно, насколько «Москвич» быстрее напрямой за счет этого мощного мотора. Догоняет он здесь на выходе из бенкинга своего соперника. У этих машин за счет не такой хорошей аэродинамики тоже слипстрим очень заметен, как и в шорткатах. Конечно, не так, но это позволяет здесь долго держаться за соперником, если он тебя обошел. Да, напрямую вновь вышел вперед Дмитрий. Позднее торможение, ошибся он и пускает вперед Андрея. Но за счет большей мощности вновь здесь и тяги догоняет своего соперника. Шунайлов просто летит по трассе. 1.48.965. Это уже на секунду быстрее, чем Андрей Козлов, который был в борьбе с соперником. И Шунайлову остается до этой группы всего 1.8. Так что совсем скоро у нас будет борьба за лидерство в классе 1600. Донец показывает лучшее время для себя. 1.51.895. Ему дошевели 1.2. 4 десятки он отыграл на прошлом круге. Фридман прошлый круг прошел на секунду быстрее, чем... А, нет, знаете, друзья, на 2 секунды, наоборот, медленнее, чем Донец. Так что Артем здесь не догоняет своих соперников. Вновь небольшая ошибочка здесь у москвича. Анастасия Пухлякова откатилась на последнее место, к сожалению, но Глебу Семену проигрывает меньше секунды. Так что там борьба идет и за 11-ю позицию. Все, Шунайлов на хвосте у москвича. Учитывая темп Шунайлова, я думаю, что удастся ему, вполне может удастся расправиться с соперником. Там 6 десятых между ними было в квалификации, это много. Ну и сейчас мы видим, несколько, мне кажется, горячится моментами Дмитрий Козлов. Ошибается многовато, и этим может воспользоваться Игорь Шунайлов. Ну а дальше нас ждет потрясающая тройная борьба, включая борьбу за победу в классе «Жигули 1600». Здесь, конечно, напрямой... Знаете, сейчас как может все работать? За счет большей мощности «Москвич» напрямой будет от Шунайлова уезжать, но слипстримом будет подтягивать его. Знаете, такой паровозик ДРС. И вот в этом воздушном мешке «Москвич» привезет «Жигули» Шунайлова за собой к 33-му номеру Андрея Козлова. Собственно, примерно это и происходит. Вы видели, что, да, «Жигули» была в слипстриме. Да, «Жигули» не отваливалась из слипстрима. Примерно корпус между ними оставался. Но если бы это были машины одного класса, «Жигули» бы вышли вперед. А так просто держаться за своим соперником. Я думаю, что уже можно говорить о том, что это дуэт превратился в трио. И довез здесь почти до заднего бампера 33-го семерки 74-ю единичку Дмитрий Козлов. Но Андрей Козлов очень хороший круг. Лучше для себя прошел прошлый круг. Смог отыграть, на самом деле, Дмитрий Козлов время. Но опять-таки это все связано с большим числом ошибок. Сейчас потихонечку разгоняются пилоты. Денис Кириллов, Владислав Донец, Владислав Шевель. Все они поставили лучшее время для себя.
Денис Кириллов, который сражается с Андреем Артюшем. Но здесь, знаете, в этой категории очень часто вот эта борьба, она помогает именно за счет слепстрима. Потому что если ты не можешь соперника тебя атаковать, то есть не сходишь с траектории, не теряешь время в поворотах и на выходах, но напрямую ты сидишь в воздушном мешке, вот это позволяет тебе показывать лучшее время круга за счет максимальной скорости на этих прямых. Прямых здесь все-таки достаточно много. Сейчас у нас есть, собственно, вот две пары борьбы. Это вот это, где Артюшин сражается с Кирилловым. Но, честно говоря, здесь Артюшин все-таки уезжает, как мне кажется, от Кириллова по темпу. Это трио, где никак пока не получается у Дмитрия Королева прямо уже непосредственно... У Дмитрия Козлова вернуться в борьбу с Андреем, с Фамильцем. Как кажется, что уже на заднем бампере повисает москвич у «Жигулей», но вновь ошибка, и все приходится начинать заново. Спрашивают в нашем чате, карбюраторные движки. Да, карбюраторные. Два Вебера стоит под капотом у монстра Владимира Череваня. Это, на самом деле, сложная задача их настроить, синхронизировать. И именно во многом, знаете, в Инди 500 сейчас начались квалификации, сегодня к Инди 500. И там до сих пор остается такая традиционная вещь, как карбюраторный день. Последний день гонки, когда, собственно, перед гонкой, когда, собственно, настраивали карбюраторы. Финально уже на гоночный сетап. Гоночные настройки перед самой гонкой, Великой 500-кой. И здесь тоже, конечно, нужно настраивать карбюраторы, исходя из погодных условий, исходя из особенностей трассы. Это непростая задача, но Владимир Череваня очень опытный механик, сам ветеран российского и советского автоспорта, поэтому с этой задачей он справляется. Очень, конечно, красивая эта пара автомобилей. Все здорово, что между собой борются очень красивые машины. Забавно, причем, обратите внимание, друзья, я сейчас посмотрел, что все три пары, которые сейчас борются у нас на трассе, это две зеленые машины, две оранжевые машины и вот машины двух козловых, которые также выполнены в одной цветовой гамме. Просто удивительно. При этом машины разных классов в каждой из случаев. То есть здесь не класс, теперь у нас важен, а цветовая схема, судя по всему. В прошлом году гонка уже сейчас подходила к концу. Всего 8 кругов была дистанция. Здесь в 2 раза больше. Пока все так и продолжается. 800-й номер никак не может догнать 33-й, а 74-й просто не может атаковать. Ух ты, ошибка здесь у 33-х «Жигулей». Посмотрите, явно на входе немножечко мазанул здесь Андрей. Дмитрий очень хорошо ходу к нему подъезжал. Он тоже был такой силовой пауэрслайд в средней фазе поворота. Сейчас они будут бороться между собой. Очень большой слепстрим. Сможет ли Шуналов этим воспользоваться? Шуналов немножечко подостал, как мне кажется, в бэнкинге. Небольшой зазор между ними. Сейчас будет очень позднее торможение москвича. Крестил там машину. Мимо поворота, естественно, 33-й номер пользуется. Шунайлов сейчас попробует. Лучший выход будет у него. Но посмотрит. Но упирается в москвич. «Жигулей» приходится отруливать. Вот это да. Но тяги больше у москвича. И он здесь отъезжает опять. Но видите, зазон. Как же, конечно, Козлов защищается, Андрей. Потрясающе просто. Который раз. Явно более быстрые машины другой категории. Не, ух ты ж. Да, я думаю, что недопоняли друг друга здесь. И обе машины, смотрите, повреждены. Да, сбита подвеска здесь у москвича. Вроде бы продолжили гонку оба. Вначале Шунайлов посмотрел, что с машиной, затем Козлов. К сожалению, для Козлова Дмитрий это сход. Явно разбита передняя подвеска автомобиля. Это был лидер. Ну, не лидер. Это был лидер среди москвичей. Это было второе место в категории SMP History Cup 2000+. Вот смотрим, как это было. Ныряет здесь внутрь Шунайлов, притормаживает Козлов. Недопоняли друг друга, потому что в какой-то момент действительно Козлов здесь как-то замедлился. И можно сказать, что, знаете, Козлов поворачивал так, как будто Шунайлова там нет, а Шунайлов там был. Надо смотреть, конечно, был он в базе или не был он в базе. Ну и вот, собственно, момент уже самого схода. Был он в базе или не был в базе, потому что правила простые. Если твой соперник в базе, ты не можешь поворачивать в него так, как будто бы его там нет. Ты должен оставлять ему место. И вполне может так сказаться, что если уже был в базе Шунайлов у Козлова, ну тогда это ошибка Козлова. Мы видели эту подобную борьбу между Сергеем Столяровым и Данилой Ивановым в SMP GT4 Russia в Сочи. И тогда также казалось, я так на эмоциях сказал, что когда же нас перестанут разворачивать Сергея Столярова, но в итоге Данил этот штраф не получил, именно потому что он был в базе у Столярова. Да, иногда ребята заныривают на поздних торможениях, оказываются в базе таким образом. Но об этом нужно помнить, это гонки, и правила здесь однозначны. Ну что ж, борьба двух москвича и «Жигулей» такого красивого рубинового
граната, ну, не знаю, как это правильно характеризовать, закончена. И мы концентрируемся на борьбе двух оранжевых автомобилей. Шевель и Тараканов. Иш против Жигулей. Так, а куда Жигули делись? Повторение здесь. Смотрите, как Шевель красиво атаковал на каблучке, на пикапе. В быстрой секции, в третьем вираже. Но опять напомню, что Тараканов у нас выступает на машине категории 1600, а Шевельд — это двухлитровый класс, 2000+. За ними Донец, это еще один автомобиль категории 2000. То есть таким образом у нас сейчас два москвича — это подиум. И их догоняет Фридман. Фридман — это категория 1600. Если он сможет пройти таракан, выйдет на четвертое место. И там дальше нужно смотреть, что у Шунайлова с машиной, потому что если машина повреждена, то у Артема есть шанс на подиум. Гонка сейчас у нас такой занимает несколько позиционный характер. Во многом здесь многое будет зависеть от темпа поврежденных машин и насколько смогут неповрежденные машины их догонять. Фридман явно здесь быстрее, чем Донец. Прошлый круг Артем прошел на 9 десятых секунды быстрее. По лучшему времени круги там тоже разница 9 десятых секунды. И, собственно, все. Артем догнал здесь Владислава. Перекрещивает на горке, уходит внутрь. Сейчас посмотрим, сможет ли он справиться с своим соперником, который потенциально более тяговитый двигатель. Бок о бок «Москвич» и «Жигули». «Москвич» быстрее, но он по внешнему радиусу будет и вот в этом вираже. И самое главное затем в бэнкинге. Здесь опять небольшое преимущество скорости у Владислава. И в повороте молодой петербургский гонщик залетает быстрее. Здесь лучше соперника. Мажет здесь на входе Владислав. Падает на ту часть трассы, где нет зацепа. Приходится там тормозить, перетормаживать. Обгон совершен. Но сейчас напрямую вновь преимущество будет у 412-го. Если Фридман отобьется, то, наверное, дальше уже сможет эту позицию взятую зафиксировать. Фридман сразу занимает оборонительную позицию. Донец бок о бок с ним, но перекрестить, я думаю, не получится. Да, не получается. Сейчас за счет лучшей тяги этого мотора, более мощного, Владислав попробует что-то сделать с Артемом. Артем вновь занимает оборонительную линию. У Артема очень большой опыт на этих машинах. Наверное, даже больше, чем на машине класса Touring Light. Он начинал на семерке, затем была вот именно эта машина. Это вторая гоночная машина в жизни. Зимние, летние гонки, Moscow Raceway, Шушары. Множество борьбы, множество побед, в том числе жесткие аварии. Многих своих соперников по СМП Резгагон знает именно с этих гонок на «Жигулях» на автодроме Санкт-Петербург, автодроме Александра Львова. Кстати, Александр Львов, наш чемпион туринга 2001 и 2007 годов, чемпион суперпродакшена. Нет, он не был чемпионом суперпродакшена, у него очень много побед, много вице-чемпионских титулов, 3, кажется, но он не был чемпионом суперпродакшена. Так вот, у его папы, у Михаила Львова, у нашего заслуженного гонщика, в том числе участвовавшего в Кубке Европы по гонкам на грузовиках, Михаил Коновалов был механиком. Так что все это большая петербургская автоспортивная семья. Вот я к чему это все говорю. И здесь, на самом деле, у нас большинство пилотов — это Москва, Санкт-Петербург, Череванин из Орла и Шунайлов из Челябинской области. Все остальные у нас представляют две столицы. Ну что ж, Фридман сбросил Донца с заднего бампера. И теперь его следующий клиент — это Иван Тараканов. Между ними 2,4 секунды. Прошлый круг был аж на 2 секунды быстрее у Артема, чем у Ивана. И это борьба за третье место, на самом деле, в категории «Жигули» 1600. Черевань просто потрясающе ставит времена. 1:46.121. Это на 3 секунды быстрее всех. У него лучшее время круга. Действительно, времена на уровне автомобилей класса, между классом Touring Light 1600. Уже на круг догоняет многих соперников. Здесь оставляет позади и Анастасию Пухлякову, и 9-й номер Глеба Семенова. Между Анастасией и Глебом там 1,2, когда борьба между ними несколько подутихла. Но они много, они 10 секунд с круга проигрывают Череване, его монструозному автомобилю. Фридман пока не подъехал в дистанцию атаки к Тараканову. Тараканов ничего не может сделать с пикапом Шевеля. Но если посмотреть на время Шунайлова, нормальные у него времена, на самом деле, после того контакта, 1:49.8 у него был прошлый круг. На секунду хуже его лучшего времени. Но у Артема Фридмана прошлый круг был 1:50.847. То есть на секунду хуже. И главное, что для Артема этот круг близок к его лучшему времени. Там всего 0,1 разницы. Поэтому нет. В общем, никаких проблем у Шунайлова нет. Очень быстрая машина. И, честно говоря, по чистой скорости Артему было бы сложно с ним бороться. Поэтому, наверное, третье место максимум.
для Игоря, для Артема Фридмана. Но посмотрите, это третье место еще нужно выцепить. И сразу начинается очень интересная борьба. 26 номер против 89-го. Пятерка против единички. И сразу Шевель от них отъезжает, потому что ребята в борьбе и прекрасно все понимают. Иван Тараканов, ему нужно сейчас биться с Фридманом и забыть про Иш. Иш — это машина другого класса, и, в общем-то, ему ничего там не мешает приехать на второе место. Явно с чреванием бороться на каблучке не получится. А остальные соперники далеко позади. В бенкинге здесь лучше Фридман. Бок о бок две машины. Как там таскало просто по внешнему радиусу в бенкинге 26-ю машину. Но, тем не менее, выход оказался лучше. Может быть, моторчик лучше работает здесь у Ивана Тараканова. Фридман говорил, что да, мотор сейчас сложно найти, сложно построить. Дмитрий Брагин этот мотор, как я понимаю, построил. Продолжает он тренировать Артема Фридмана. Много подсказывал вчера и вечером, и по работе с машиной, в том числе команде FAS Motorsport. Думает, как, с какой стороны здесь Фридман справится с Тараканом. Тараканов занимает очень правильную такую среднюю траекторию. Ни снаружи, ни внутри его не пройдешь. Фридман там на газу и даже немножечко таскает. Ну, а там Владислав Донец. Он круги проходит, ну, нет, похуже. У него прошлый круг был аж на секунду хуже, чем у ребят. По лучшему времени кругу он там всего лишь десятку проигрывает Бертараканову. Но по среднему темпу все-таки бороться с этими пилотами не может, не говоря уже про Владислава Шевеля. Интересно, конечно, было посмотреть на борьбу Шевеля, может быть, с... Ух ты, какой здесь, посмотрите, был едва не вылет у Тараканова. Очень позднее торможение, в повороте с переменным радиусом он зацепил внешнюю бровку. Но вот здесь явно его машина, мне кажется, по мотору, какие-то более сочные низы, что называется. Больше тяги у него там, потому что именно вот в этих среднескоростных виражах он прям подъезжает на выходах. Слишком много, ух ты, теряет машину. Будет контакт. Нет, поймал машину, возвращает ее на трассу. Но на этом я думаю, что борьба за подиум для Ивана Тараканова закончена. Фридман уже своего не упустит. Теперь посмотрим, сможет ли Владислав Донец бросить Ивану Тараканову вызов уже просто в красивой борьбе на трассе. Но Фридман на предпоследнем круге гонки, ну хотя нет, для него это еще предпоследний круг гонки, вырвал это место. Кто знает, если бы не тот разворот, если бы не тот контакт с Андреем Артюшиным в третьем повороте первого круга, может быть, Артем Фридман смог бы у нас побороться и за более высокие места. Но знаете, сейчас Андрей Козлов проходит круг, лидер, вот, собственно, начало этого момента. Ошибочка здесь, вот в этом повороте с переменным радиусом, который соединяет между собой две эски, две змейки. Так пускает вперед здесь Тараканов Фридмана, и затем на горке теряет машину на торможении. Может быть, многовато скорость внес поворот, не хотел Фридмана задеть. Может быть, просто машину как бы развернуло из-за того, что переизбыток скорости был на входе на горке. Горка непростой поворот, потому что у тебя сначала левый. Да-да, и посмотрите, догнал здесь Донец у нас Тараканова и атакует его. Сказал я, что интересно мне, сможет ли здесь пилот на «Москвиче» побороться на последних кругах с «Жигулистом». Да, вполне. И это, наверное, скорее связано с ошибками Тараканова, который, может быть, здесь несколько поплыл в конце, что называется. Может быть, и машины поплыли. Но, повторю, в прошлом году гонки были короче. И машинам и колесам было попроще. Фридману там до Шевеля 2,8, он проходит круг в том же темпе. Нет, Фредди догонит. Хотя по лучшему времени круга полсекунды преимущество есть у Артема. Чревань на последнем круге, если вдруг вы забыли про этого пилота, что он у нас есть. Так что совсем скоро Владимир Чревань закончит эту гонку. Но он мало кого на самом деле успел пройти на круг, далеко не всех. Поэтому, собственно, Глеба Семенова. Пухляко прошла Глеба Семенова, там 4 секунды уже разница, так что Настя большая молодец. Но до Артюшина там пропасть, 36 секунд, я имею в виду. Тараканов здесь от Донца пока отбивается. У «Москвича» есть преимущество на прямой, собственно, как у «Мерседеса» в классе с MPGT4 Rush. Но вот здесь разные траектории, вновь широко берет Тараканов. Лучше выход здесь у Донца. Но как-то узковато он идет здесь и, может быть, за счет этого несколько теряет. И да, Тараканов от этой траектории получает лучший импульс на выходе и несколько нивелирует недостаток мощности в сравнении с соперником своей пятерочки. На что на торможении «Москвич» или «Жигули»? О, как хорошо здесь Донец прикрылся, а? Четко совершенно хотел перекрестить траекторию пилот на пятерке, но не получилось. Бок о бок 412 и 20.05. Очень редко, очень красивая решетка на этом «Москвиче». Любители московских машин третьего поколения, думаю, меня поймут.
очень много на 412-х, и было много разных вариантов решения передней части. И на ЕЖ одни, в Москве на МЗМА другие, на ЗЛК. Экспертной версии третьи. Донец выбрал самую красивую. Ну а Владимир Черевань выигрывает первую гонку сезона в классе SMP History Cup. Никому не оставил шансов. Был в своей лиге. Пол, победа, лучший круг, лидирование от старта до финиша. Большой шлем для дяди Вовы. Поздравляем его с этим, но это было ожидаемо. Когда ты на лучшем круге на 3,4 быстрее всех, ну, ничего не сделаешь. Ну и ждем мы Андрея Козлова. Лидера в классе «Жигули 1600». Шунайлов там его на самом деле догонял. Догонял хорошим темпом по секунде с круга. Но не догнал. 3-4 осталось. Вот как-то первые круги Шунайлову не удались. Он там сильно отстал. И в итоге по темпу-то он мог бороться с Козловым. Но тем интереснее будет завтра смотреть. Это первое и второе место в классе «Жигули 1600». Дальше мы ждем Шевеля и Фридмана. Фридман ставит лучше для себя время круга. Хорошим темпом к Шевелю подъезжает. Действительно, Артем свой талант показывает. Пилот как раз финиширует сейчас. Догнал в итоге на прямой старт-финиш Шевеля Фридмана. Между ним было полсекунды. Я думаю, на следующем круге его прошел. Стал бы четвертый в абсолюте. Но, опять-таки, там было 25 до Шунайлова. И лучший круг Шунайлова все равно быстрее, чем у Артема Фридмана. Причем сильно быстрее. Артема пока машинка не позволяет бороться с лидерами категории 1600, как мне кажется. Владислав Донец у нас становится таким образом третьим в категории SMP History Cup 2000+. Далее финишируют Тараканов, Денис Кириллов, Андрей Артюшин, Анастасия Пухлякова и Глеб Семенов. Вот, собственно, сейчас у нас финиширует Денис Кириллов. Далее мы ждем Андрея Артюшина. Удивительно, они так долго боролись между собой. И в итоге, когда прошел Артюшин на Кириллов, вот на этих последних кругах 14 секунд преимущества смог создать себе. То есть явно совершенно там мазал где-то, может быть, или какие-то проблемы уже с колесом были под конец у пилота на желто-зеленой копеечке. Он финиширует. Но явно, смотрите, не очень быстро. Может быть, с мотором какие-то проблемы. 17 до этого он по 3 секунды с круга проигрывал. Но явно что-то там шло не так. Андрей Артюшин не может просто взять и начать уступать по 3,5 секунды с круга своим соперником. Ну и ждем мы. А, собственно, Анастасия Пухлякова и Глеба Семенова уже на круг к этому моменту прошел Черевань. Для них гонка получилась короче, так что заезд закончился. Наша гоночная программа этого дня, субботнего дня на трассе Смоленское кольцо таким образом окончена. И пилоты потихонечку направляются в закрытый парк на церемонию награждения. Здорово, что машин много, и конкуренции все больше, и борьба у нас была красивая. И я говорю, что если, может быть, не эти бы обидные аварии, какие-то и моменты, то и Артем Фридман бы, может быть, смог бы все-таки побороться за победу в 1600. И, конечно, очень-очень жалко Дмитрия Козлова, который мог вполне приехать на второе место в классе SMP History Cup 2000+, а в итоге не получилось. Ну, Владимир Черевань в своей лиге, я, честно говоря, не думаю, что кто-то его остановит. Весь вопрос в том, сможет ли кто-то не дать Владимиру Череваню выиграть все... Ну, нет, понятно, завтра будет реверс, но мы видели, что преимущество в скорости его машины такое, что в теории он может за круг выйти на первую позицию. В прошлом году ему понадобилось 4 круга, чтобы с последнего места приехать на первое, после чего он машину потерял, тогда и разбил, правда. Но, тем не менее, вопрос в том, сможет ли кто-то Череваня не дать ему взять большие шлема на всех гонках этого чемпионата. Самые верные болельщики здесь дождались финиша Черевани. Ну, дядя Вова действительно легендарный пилот, который выступал более 50 лет в автоспорте, в картинге, в зимних гонках, в ледовых трековых гонках и в кольце. И выступал за Лукойл Рейсинг Тим неоднократно, и в классе Супертуризм в 98 году, и затем в 2000-й он выступал за ИШ, в том числе в Супертуризме на Оди, и выступал на Фиесте в Туринг Лайте за Лукойл Рейсинг Тим, и затем собственную команду создал, уже много лет выступает в Туринг Лайте. Вообще, на самом деле, один из корифеев класса Туринг Лайт. Результаты на ваших экранах. Если говорить о выступлениях, о Череване с победой в Туринге, кстати, в родном Орле он организовал тогда этап Туринга и выиграл гонку за рулем Форда Фокус. Если же говорить про Туринг Лайт, то Череване — это одна из легенд этого класса. У него 10 побед, может быть, не так много, как может показаться. Впрочем, все равно он 6-й по этому показателю в истории. У него 43 подиума за всю историю. Только один человек взял больше подиумов в Туринг Лайте. Это Александр Сотников. Но Сотников — это и есть Туринг Лайт. 25 побед, 3 титула, 2 вице-чемпионских титула, бронзовые награды.
Так что Черевани и Touring Light — это прям классика. Но теперь такая же классика Черевани и SMP History Cup в гонках на «Жигулях». Черевани уже участвует много лет и неизменно там побеждает. Вот она, старая эмблема МЗМА, еще московский завод малолитражных автомобилей, напомню. Он назывался «Долгие годы», а уже АЗЛК — это название, которое появилось только в 80-е годы, автомобильный завод имени Ленинского комсомола. Ну а теперь называется «МАЗ-Москвич», московский автозавод «Москвич». Игорь Шунайлов и его подбитая в столкновении с Дмитрием Козловым единичка. Андрей Козлов, 33-й номер, потрясающее выступление на машине категории 1600. И Владимир Черевань. Но это тройка, скажем так, условно, в абсолютном зачете, которого у нас нет. Если же говорить про классы, то в классе 2000+, Черевань, Шевель и Донец, то есть «Москвич», то есть «Жигули» и два «Москвича». Если же говорить про класс 1600, то у нас Андрей Козлов выиграл, Игорь Шунайлов второй и Артем Фридман третий. Ждем интервью после финиша этой гонки. Михаил Коновалов, безусловно, побеседует у нас и с победителем, и с призерами этого заезда. Кстати, у нас, получается, дважды побеждает «Орел». У нас Леонид Панфилов выигрывает в суперпродакшене, ну а Владимир Черевань в SMP History Cup. И отмечу, что год назад было так же. Черевань выиграл вторую гонку, а вторую гонку также выиграл, ну, вернее, обе тогда выиграл Леонид. Так что второй раз вот у нас такой орловский дубль. У нас бывали уже пензенские дубли, ну, правда, в виде подиумов, когда Марат Хайров и Михаил Дралин взяли кубки в Сочи на первом этапе GDRF SMP RSKG, соответственно, в классах GT4 и S1600. Ну вот теперь орловский дубль, ну уже победный, в исполнении Леонида Панфилова и Владимира Черевани здесь. А здесь уже АЗЛК, посмотрите, эмблема, более поздняя, хотя еще с башнями Кремля. Лучший момент этой гонки. Черевани не очень дается старт. Видно, что приходится там работать рулем, слишком много мощности у автомобиля, пробуксовка, черные следы остаются за его автомобилем. Но когда уже на более высокие передачи переходят Вовы, то у соперников шанса не остается. Очень важный момент. Здесь четверо в ряд заходили в поворот. Шунайлов, Тараканов, Фридман и Артюш. В итоге Артюшин развернул Фридмана. Фридман катился в самый конец и прорывался затем всю гонку. Ну, Артюшин подарил нам очень красивую долгую борьбу с Денисом Кирилловым. Машины разных классов. Две зеленые машинки разных поколений. Пятерка, единичка. Но много-много красивой борьбы. И также очень красивая борьба была в исполнении двух Козловых. 33-й, 800-й номер. «Жигули» и «Москвич». Мы боролись они очень здорово, постоянно менялись местами. У «Москвича» было преимущество на прямых, на выходах с поворотах за счет тяги. Их догнал Шунайлов. Этот контакт неприятный между двумя соперниками. В итоге разбита левая передняя подвеска здесь у Дмитрия Козлова. И этот сход вместо второго места в классе SMP History Cup 2000+. Ну а Шунайлов гонку продолжил и довел ее до второго места в категории 1600. Фридман и Тараканов. Борьба за третье место в категории 1600. Фридман прошел Тараканова, затем Иван сам потерял свою машину на горке, и в итоге Артем от него отъехал. Уже ничего сделать с гонщиком из Санкт-Петербурга Иван не смог, но я передаю слово Михаилу Коновалову. Давай. Итак, третье место. Владислав Донец. Поздравляем. Как прошла гонка? Гонка прошла достаточно спокойно, старался ехать спокойно, не попадать в инциденты, потому что на первом круге они всегда случаются, что, собственно, и мы увидели, немножко произошло. Когда вот это все более-менее рассосалось, дальше пытался спокойно ехать в своем темпе. Ну, похоже, что получилось, да? Поздравляем. Спасибо. Второе место. Владислав Шевель. Владислав, все вроде так ничего, да, прошло? Тоже спокойно, в общем, почти. Заезд прошел отлично. Пытались навязать борьбу быстрым «Жигулям». Потихоньку будем подбираться в течение сезона в новом для нас классе. И у нас победитель Владимир Черевань. Это была восьмая космическая или седьмая все-таки? Не знаю, но в отличие от Владислава Донца, мне ничего там не рассосалось. Все на месте. Да, главное, что с ручника успел снять перед гонкой, да? Да. Ну, бензин экономили, ехали, все хорошо. Да, и, Володь, шляпу-то покажи. Народ ждал. Очередная шляпа. Пора уже аукцион делать. Я думаю, что среди зрителей уже найдутся люди, кто захочет ее купить. Среди зрительниц.
О, это уже другое. Ну что ж, мы отпускаем класс 2000+, и приглашаем класс 1600. Отправляются на подиум у нас победители, призеры класса SMP History Cup 2000+. Да, пока никто не может бросить вызов чреванию, но обращу внимание, что москвичи быстрее всех остальных «Жигулей». Мне так, большому поклоннику москвичей, это особенно приятно. Но в классе 1600 у нас борьба более напряженная, и побеседуем сейчас с победителем и призерами этой категории. Итак, класс 1600, Артем Фридман, мой герой, которого сегодня развернули на первом же кругу, или нет, на втором? На втором. Сумел опять выбраться с последнего места и приехать, в общем-то, на подиум в классе хоть, но все равно здорово, до пятого места в абсолюте доехал. Ну да, что, скорость была, надо было просто собраться и довести. Ну, похоже, все получилось. Да? Ну, нет обиды-то, что ну, так получилось? Нет, обиды никакой нет, это... Конкретно данный класс для меня это вот приехать отдохнуть, потому что все-таки основной упор на лайт. Ну ладно, еще завтра гонка есть. Надеюсь, получится лучше завтра. Да, постараемся. Итак, второе место. Игорь, все получилось или как, или разочарование? Нет, если стою здесь, значит, не все получилось на самом деле. Поэтому... То есть есть цель пойти добиться все-таки первого места? Без вариантов. А мы зачем здесь? Завтра получится? Уверен, что да. Поздравляем. Ну и наш победитель Андрей Козлов. Андрей, понятно, что с чреванием бороться было бесполезно. А в целом, по-моему, гонка удалась. Ну, с чреванием в разных классах да, слегка. Понятно, да. Да, гонка не удалась. Время в квалификации у меня не мое, второе. Угу. Далеко отстал. И, думаю, в гонке то же самое. Едем с техническими проблемами, пока решить их не удается. Для нас это первый этап. И вновь приобретенная какая-то болезнь, которую мы пока не можем победить. И я считаю, что в данном случае просто повезло. По скорости, по темпу, как тут принято говорить, я пока выступаю значительно. Нет, ну все равно первое место в классе. Повезло, бывает. Вот это самокритика, да, ребят? Нет, чтобы сказать, все, я здорово проехал. Вот так вырождается совершенство. Ну что, вас ждут на подиуме, ребят. Спасибо большое. Класс 1600. Спасибо, Михаил, спасибо. Спасибо большое Михаилу и пилотам. Но я поспорю с Андреем Козловым, потому что задача сложная, даже имея темп выше, чем Андрей Козлов. Андрей Козлов оставить позади. Мы это знаем по прошлому сезону. Какие бы ни были условия, Андрей всегда выжимает максимум ситуации. Поэтому мы видим это сегодня снова. Да, темпа не было, но зато есть победа. Завтра, возможно, будет сложнее. Но гоночная мудрость, гоночное чутье, умение выжимать максимум ситуации, вот это у Андрея Козлова есть. А это в гонках зачастую важнее чистой скорости. Ну что ж, Владислав Донец, москвич, 412, московский завод малолитражных автомобилей, третье место. Еще один Владислав, москвич, Владислав Шевель. Команда «Наследие Моторспорт». Его напарник по «Наследию Моторспорт» Владислав Шевель. После награждения, может быть, поделится и серебро из рук. 21.15. Вот какой индекс у этого автомобиля. Ну, на самом деле, да, ИШ у нас, ну, это москвич у нас, да, официально мы видели, что это ИШ, это каблучок, друзья мои. Мне нравится, что эмблема москвича у нас новая. Именно москвич возрожденного бренда. Очень приятно. Ну, Владимир Черевань, Жигули. Алексей Басов. Владимир Черевань сам за себя выступает. И поцелую вас, Басов. Они боролись в свое время в суперпродакшене в 2000-е. Выступали вместе в одном экипаже в длинных гонках. Басов иногда до сих пор выезжает на гонки, на эндюранс с теми, кого тренирует. Но Черевань продолжает гоняться в спринте и вдохновлять других, потому что его пример выступления в двух классах вдохновил Артема Фридмана. Никита Галишев говорит, что тоже хотел бы выступать на «Жигулях», да просто моторов сейчас нету. Надеюсь, что Никиту мы тоже увидим в этой категории.
У него также большой опыт. Он тоже начинал на «Жигулях», на «Шушарах», как и его напарник по команде «Fast Motorsport». Ну и традиционный фонтанчик чревания. Вы слышите реакцию зрителей. Один из самых любимых пилотов десятилетия последние в нашей стране. Люди вырастают, у них рождаются дети, у них рождаются дети. Чревань продолжает выступать, и за него продолжают болеть. Взрослые. Азарт! Ну и теперь класс «Жигули» 1600. Очень красивая борьба. Более ровный класс, чем класс 2000. Действительно, мы видели, что борьба и за подиум у нас была до последних кругов. Я думаю, что при определенных раскладах борьба за победы могла быть, если бы Фридмана не развернули. Завтра будет интересно посмотреть по реверсу. Сможет ли Артем удержать более быстрых потенциально соперников позади. Гонка будет просто на загляденье. Она еще будет короче. Артема Фридмана, несмотря на этот разворот, хватило на то, чтобы приехать на третье место. Не очень он, мы видели, доволен. Но я думаю, что, чтобы он не говорил про то, что отдыхает, расслабляется и так далее. Нет, Артем приехал побеждать. Артем приехал побеждать. У него много побед в «Жигулях», в Петербурге, в Москве. Смоленска первого места пока нет. Видел, что одну позицию он смог отыграть на самом деле. Относительно своего стартового места. Но при этом, помню, что он обогнал весь пилотон. Игорь Шунайлов, второе место. Вот у Шунайлова неудачные тоже первые круги, вот эти контакты. Много соперников вышли вперед, и это не позволило ему бороться с Козловым. Я думаю, что если бы первые круги были бы получше, да, действительно, челябинский гонщик мог бы и победить сегодня. Но Козлов выжил все из ситуации. Гонщик во втором поколении, как всегда, показал свое фирменное выступление. Неважно, какой темп, важно, какой результат. Результат у Козлова всегда хороший. Просто иногда очень хороший. Артем, поднимись, да. Встали. Сфотографируй. Можно поднять повыше губки, улыбнуться пошире. Эти фотографии... О, какая красивая войдут в историю. Поза здесь у Андрея Козлова. Настоящий победитель. По интернету, а что у вас с шампанским? А шампанское решили отдать механикам. Справедливо. Чревань, например, вообще сохранил с классик туринга шампанское здесь для гостей своих. Но это лучшие моменты сегодняшнего дня. Три гонки, четыре квалификации, много интересной борьбы. Спорт против ЦН, суперпродакшн, туринг, SMP History Cup в двух категориях. Жигули 1600 и 2000+. Много быстрых мужчин и три быстрые девушки. Контакты, столкновения, прорывы. Борьба до самого финиша, сюрпризы и даже какого-то рода, можно сказать, сенсации. Много разочарований. Все это было сегодня. Завтра нас ждут еще более интересные гонки. Реверсивная стартовая решетка. Неизвестно, что у нас будет еще с погодой. В Смоленске всегда возможен неожиданный дождь. Более короткие гонки, значит, меньше времени на выяснение отношений. С самого старта пилоты будут выжимать все соки из своих автомобилей, из себя и своих шин, потому что шинам меньше жить, поэтому можно быть с ними агрессивней. И, естественно, нечего терять, потому что для следующих гонок у нас месяц, именно в том, что касается гонок коротких, а это означает, что даже контакт – это не критично. Таким был этот день. Возвращайтесь завтра. Вместе будем следить за гонками G-Drive SMP RSKG Touring.